Выставка «Колядные истории» в Брестской детской художественной школе искусств проходит ежегодно. За многолетнюю историю экспозиция давала возможность своим учащимся через творчество пофантазировать о новогоднем волшебстве и рождественских чудесах. Нынешняя выставка раздвинула рамки традиционного и вышла из стен Брестской художки. Проект поддержали юные мастера Тельмовской, Клейниковской и Мытыкальской школ искусств. Мы никогда вместе с ними не выставлялись. Это первая такая сборная выставка. Выставка большая. 121 работа на выставке только в этом зале. Это 60 наших работ и 61 работа всех трех школ. Мы решили сделать проект в рамках города Бреста и Брестского района. У нас в Бресте три отделения изобразительного искусства, и поэтому работаем по общим программам, работаем в одном направлении, и этот опыт для нас был очень интересный. Рождественский подарок организаторы готовили в рекордные сроки. За 2 месяца педагоги и учащиеся 4 художественных школ составили экспозицию и оформили каталог. И теперь в центре Бреста на целый месяц поселились волшебные животные и сказочные герои. Красивая большая выставка целый месяц будет висеть. Целый месяц будет радовать и гостей города, которые на Новый год приезжают, и жителей, и ребятишек, и их родителей, потому что я думаю, что каждый ребенок приведет своих бабушек, дедушек показать, где его работа, и как он красиво висит, и как рядом все тоже красивое. Детские работы выполнены в разных стилях. Малышам по душе пришлись акварель и фломастеры. Ребята постарше выбирали гуашь и акрил. Свои рождественские мечты юные художники воплотили в ярких открытках, фантазиях на литературные произведения, бытовых сценках из жизни. Идея мне пришла, я очень сильно люблю Новый год, это мой любимый праздник, и я каждый Новый год коледую, Рождество точнее, и мне очень нравится коледовать, и мне это вдохновило, то, что скоро будет Новый год. В каждой детской работе живая непосредственность, необыкновенный внутренний мир и, конечно же, ожидание чуда, которого старшему поколению зачастую не хватает. Поэтому с такой детской искренностью юные авторы готовы поделиться с каждым любовью, настроением и красивыми историями Рождества и коляд. Ирина Альшова, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания «Бук ТВ».